Привет, друзья! Сегодня немного расскажу вам о часах Победа. Первые часы Победа были выпущены в далеком 46-м году, и их выпуск был приурочен к годовщине Победы. Первые часы Победа выпускались по технологии французской фирмы Leap. Она передала документацию и технологии. Потом в Советском Союзе выпускали часы Победа на 6 заводах. Вот эти часики, они уже современные, выпущены на заводе имени Масленникова. Идут с 15 рубиновыми камнями. Секундная стрелка боковая. Корпус нержавейка. Диаметр корпуса 34 мм. Смотрится неплохо, стеклышко прочное. На обратной стороне нет ни номера, ни названия. В общем, вот такие часики. Заводятся они неплохо. Идут тоже нормально. В общем, все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.